Это Новосибирск. С участников акции в Первомайском сквере окружила полиция. Данной группы людей имеются запрещенные к обороту предметы. Вам предлагается пройти в автобус для проезда в отдел полиции для дачи объяснений. Если данная информация не подтверждается, вы после дачи объяснений уезжаете по домам, либо по своим делам. Нам не надо по домам. Мы так дома. Мы так домой пойдем. Вы дома. Это наш город. Небольшую группу граждан окружила полиция и предлагает пройти в машину на предмет запрещенных, чтобы изучить, нет ли у них запрещенных предметов. Весь мир над нами смеется, как мы позорно живем, весь мир смеется. В Сирии сколько детей погибает, это все на нашей ответственности. Нас ненавидят уже. Кровь этих детей на нас с вами. Проверяйте давайте, обыскивайте, у нас все запрещено. Вот. Проверяйте. Проходите. Проверяйте. Вы проверьте. Приходите, спрашивайте, мы ответим. Здесь проверяйте. Здесь на месте. Вы с нами стоите. Какие покрышки? Посмотрите. Какие тут призывы вы делаете? Какие? Зачем? Мы же народу можем служить, а не чиновникам. А что мы меня? Мы присягу давали на клятву народу, защищать народ. Группа людей окружена сотрудниками ОМОНа, похоже. Да, это ОМОН. Они в масках, с палками, а также другие сотрудники полиции. Предлагают гражданам пройти в автобус. Я так платить не могу, а бесплатно меня никто не лечит. Здесь нас проверьте. Давайте здесь поговорим. Вам там что, стыдно, стыдно. Вас выжили самолеты оттуда. Кто не живет, не может продать квартиру. Она живет одна. У нее пенсия 8 тысяч. В Калифорнии там фотки выкладывают. Все они уже стартовали, убежали уже. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогаете. Граждане взяли за руки. Дело, а мы свое. Вот стойте там. Держат и друг друга. Мы стоят здесь. Плотной группой. Вы прекрасно знаете, что большое. Полиция с народом! 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 В других странах выступают. А мы здесь собрались 20 человек, и вас уже это покоробило. В Германии все каски снимают и за народ. Власть-то должна народа по конституции. На нашей стороне. 40 тысяч мы платим. Помогли бы платить. И всем остальным. Принял. Все, по одному берем. Надо нас брать. Ну что вы такие двери-то, а? Что он сделал, мама? Стоп, я сам пойду. Подождите, всех уронил. Я пойду сам. Не надо против меня силу. Я иду сам. Не применяйте против меня силу, пожалуйста. Я иду сам. А что я сделал? Не так? Зачем вы меня ведете в машину?
Зачем вы ведете меня в машину? Я не сопротивляюсь, я иду сам. Так, похоже, применение спецсредства в виде каких-то. Я иду сам, не надо ко мне силу, так объясните, что случилось. Проходите. Что я сделал не так? Прохожу, спасибо. Так, не надо ко мне силу применять. Благодарю. А тут где сидеть-то? Ой, тебя забрали, что ли? Первого. Ты журналист. Какой нахуй журналист? Помогай, что?